Че, течка? Я вроде повернул нормально. Да без разницы вообще. Наоборот, че вы куда смотрите? А? Это вообще можно было захуярить. Гоголя, блядь. Начали, блядь, сейчас низинка вроде. Но следующая, по-моему, будет речка, да. Точно, вот такая, вон села одна. Сейчас еще поворотик и все, и речка. Блядь, опять затор. Уже четвертый или пятый. Вон Гоголь поплыл прямо. А, все, я не Чирок. Куда прямо? А мы зацепимся, нет? Мотором. Или тут со стороны нету его? Копал, по-моему, кто-то вон там. На берегу. Сейчас посмотрим, или кажется, так тень просто. Но.
Ну, а мы-то, наверное, так. Но. Дальше поплывем. А? Ну хер его знает как. Как лучше. А хуй его знает. А? Ну вот. Что, нам на эту сторону? Выйдем по берегу, походу. Потом можно будет, если в чё-то избушки подняться, да то там можно будет отдохнуть, а потом вечером сплавиться. А можно посмотреть, если никого нету, можно наоборот выше уйти, да? Выше избушки, а потом до избушки дойти, переночевать нахуй. И с утра хуярить до дома. Правильно? Можно по тряпчику на суд нахуярить. А? Нести же. Сюда, наверное, всплывали. Как раз сюда. А вон наша тычка, вон он. От костра. Ой, Диаколь, вылазьте. Вылезите, нет? Ой, мотор, Диаколь, подниму сейчас.
только на берег даже затащить. Сейчас я вылезу.
метров 70 сидят возле травы. Кого-то сидит. Гоголь, что ли? Два или три там. Да вы, дяколь, сидите. Сейчас, может, приплыву. Попробовать в болотников. Там-то, в принципе, вон грива. Может, попробовать подойти? Ну, я-то вижу. Самое главное — процесс.
Ну давайте оставим, хули его тут стоит. А что, вы замерзнете что ли?
Медиаконс не отлетит. Не отлетит.
поле сейчас. Там вон дома были. Кучи. Сейчас я подойду. Ничего, сейчас подойду. Thank you.